и гости моего канала. Я очень рада, что вы сейчас смотрите это видео. И сегодня я хотела бы вам рассказать о корейской компании под названием Atomy. Что это такое? Для меня это новая компания. Я узнала о ней только вчера. Возможно, кто-то из вас уже о ней слышал, но я впервые вчера с ней познакомилась. И вот эти два дня я изучаю про эту компанию, я читаю про нее, смотрю видео. И я уже понимаю, что я должна этим видео и этой информацией поделиться с вами. Что же это такое южнокорейская компания Atomy? Это натуральные и безопасные продукты для здоровья и тела. Хотя я и сказала, что это новая компания, но это для меня. А вообще, эта компания на рынке находится с 2009 года. И хотя компания находится на рынке всего лишь 11 лет, но уже сейчас она находится среди 25 лучших компаний, которые выпускают что-то натуральное, безопасное и полезное для здоровья. Эта компания популярна в очень многих странах, таких как Япония, США, естественно, Корея, Мексика и страны Юго-Восточной Азии. Но с 12 декабря 2018 года эту компанию уже открыли и в России. Поэтому, если вы из России, то вы уже можете подписываться в эту компанию и пользоваться этой продукцией. Потому что я знаю, что многие из вас, смотря некоторые из моих видео, говорили: «Ох, жаль, что этой компании нет у нас». Так вот, я для вас открыла другую компанию. Ну, не я открыла, а корейский предприниматель. Но я для вас ее предоставляю, презентую, так сказать. Что теперь и россияне имеют возможность пользоваться натуральной и безопасной продукцией. Какие преимущества у этой компании среди других? Что меня прежде всего привлекло? Что это бесплатная регистрация. Если в другие компании вы вступаете и вам обязательно нужно платить ежегодный взнос, независимо от того, будете вы пользоваться этой продукцией весь последующий год или вы через несколько месяцев захотите закрыть свой аккаунт, но вы уже заплатили, то здесь вы регистрируетесь абсолютно бесплатно. Второе, что меня привлекло, это что вам не нужно покупать сразу же. То есть вы можете подписаться, посмотреть продукцию, изучить товар, качество, послушать отзывы других. И можете начать покупать только, может быть, через месяц, через полтора, через две недели, как вам угодно. Третье, что меня привлекло, это что вам не нужно покупать ежемесячно. Вы можете делать покупку раз в год, раз в 6 месяцев. Можете делать каждый месяц, как вам угодно, но вам никогда не будет компания присылать продукцию. Например, вы забыли заказать ежемесячную продукцию, да, и в некоторых компаниях получается так, что они вам собирают свой набор, свою посылку и присылают. Естественно, снимают с вас за это деньги. То в Atomy этого нет. Если вы не хотите заказывать, вас никто на это не будет принуждать. Но я прочитала, что хотя бы раз в год нужно заказывать эту продукцию. Например, для России это должна быть минимальная сумма 2000 рублей. Вы можете заказывать это и ежемесячно, но главное, чтобы за год была вот эта сумма 2000 рублей. В Америке вы можете заказывать тоже минимальную какую-то сумму, например, самую маленькую какую-то, не знаю, ну, зубную пасту, к примеру, и все, больше вам ничего не нужно. Главное, чтобы вы сделали одну покупку в год. Все. Теперь, Atomy, она полностью отвечает не только за качество продукта, но также и за хранение и за транспортировку, чтобы все было на высшем уровне. И продукты Atomy, они защищены от подделки. Вы не сможете ее больше нигде купить, ни на Амазоне, ни еще где-то, потому что там уже может быть подделка. А Atomy, она гарантирует и качество, и цену, и доставку, и хранение, то есть все ради своего покупателя. Офисы и склады Atomy находятся в 26 странах. Давайте я вам их зачитаю, потому что я их не запомню все.
Это Южная Корея, Россия, США, Япония, Канада, Таиланд, Тайвань, Сингапур, Камбоджа, Филиппины, Малайзия, Индонезия, Мексика, Австралия. Это вот те вот основные страны. Также эта продукция уже есть и в Казахстане. Я сегодня очень много смотрела, что казахстанские врачи, кстати, из моего родного города Семипалатинска, рассказывают об этой продукции для мужского здоровья, для женского здоровья, для детского здоровья. И я думаю, что если вы тоже проверите, проанализируете, то вы найдете много информации про эту компанию. К сожалению, я об этом узнала только вчера. Я бы с вами поделилась как можно скорее. Если вы, например, страдаете тем, что у вас выпадение волос, недостаток железа, низкий гемоглобин, какие-то женские заболевания, мужские заболевания, слабый иммунитет, то вам нужно находиться в этой компании. Я так решила для себя лично вчера, что я должна попробовать эту продукцию. Не понравится, значит, я в любое время могу выйти. Но если мне понравится, то я буду, конечно, пользоваться этой продукцией и делиться этой информацией с вами. Я уже сделала свой первый заказ, но я не удержалась дождаться своего первого заказа. Я хочу поделиться этим как можно скорее с вами, чтобы и вы начали изучать это, и, возможно, вы и для себя найдете что-то полезное и нужное. Потому что, знаете, мы к врачу обычно идем, когда уже заболели. Болезнь легче предотвратить, чем ее потом лечить. Поэтому вот те биологические добавки, которые находятся в этой компании, они и способствуют тому, чтобы мы укрепляли свое здоровье, укрепляли свой иммунитет, желудочно-кишечный тракт, работу сердца, работу головного мозга, память. Все для того, чтобы мы как можно реже обращались к врачу и берегли свое здоровье, пока оно еще у нас есть. Я сейчас камеру перевела уже на экран, чтобы познакомить вас с этой продукцией хотя бы на экране. Итак, вот здоровье и красота. Что сюда входит? Здоровье, красота – это первоклассные комплексы для здоровья и красоты человеческого тела. Это для нас с вами, да? Продукты для похудения и общеукрепляющие средства. Это на английском языке, вы можете найти то же самое и на русском языке. Дальше, уход за лицом, вот здесь написано, и телом. Что сюда входит? Отличные крема и комплексы по уходу за кожей лица и всего тела, декоративная косметика и уход за волосами. Для дома и жизни. И, кстати, могу вот так вам кликнуть, чтобы вы уже могли смотреть эту продукцию, о которой я вам сейчас рассказываю. В данную категорию товаров входят гигиенические средства, товары для уборки и зубная гигиена. Теперь продукты питания. Только полезные для здоровья продукты. Соли и органический сахар, чай и кофе из арабики, сок, джем и другие продукты. Вот вы можете посмотреть сейчас все это на экране. Посуда для кухни. Так, сейчас я вам скажу, где это находится. Вот здесь. Отличный набор сковородок и кастрюль с отличным качеством металла. Приготовление пищи станет приятным и полезным. Цены, к сожалению, можно посмотреть только после того, как вы войдете в свой аккаунт. Ну, что еще здесь? Опять же, как я говорю, витамины различные, я уже про это говорила. Все для здоровья женщин, детей, мужчин. Все, что нужно в наше такое время, когда мы получаем много отрицательного в свой организм и мало полезного. Вы меня можете пытаться переубедить, что мы должны кушать больше овощей и фруктов. Я с вами не соглашусь, потому что, чтобы кушать натуральные овощи и фрукты, их должен выращивать наш с вами огород. Хорошо, если у вас есть этот огород. Где мы берем все овощи и фрукты? Правильно, в магазине. Но, к сожалению, в магазине мы не можем найти натуральные продукты, безвредные для нашего с вами здоровья. Они все выращены на всяких химикатах.
Возможно, вы скажете, почему именно Атоми? Потому что это безопасная продукция. Косметика премиум-класса, полезные для здоровья продукты, питания и витамины. Большой ассортимент. Более 200 наименований каждую неделю. Ассортимент увеличивается очень часто. Вас хочу познакомить с выгодами и преимуществами этой компании. Ну, во-первых, это бесплатная регистрация, как я уже сказала. Регистрация в корейской компании бесплатная. Возраст партнера от 18 лет. Международный бизнес. Бизнес строится на международном уровне. Ваш номер ID действует на все страны. То есть, если я живу в Америке, я могу легко зарегистрировать человека, который живет в России или в Казахстане. В Германии, к сожалению, этой компании еще нет, но ожидается, что к концу 2020 года или начало 2021 года эта компания уже будет и в Германии. В Европе тоже пока этой компании нет. Свободный график, никаких временных рамок. Занимайтесь бизнесом в удобное для вас время. То есть не нужно ходить на работу. Вы можете заниматься своей работой хоть поздно вечером, хоть рано утром. Маркетинг-план устроен таким образом, чтобы наставники помогали новичкам достигать высоких званий. Отсутствие вложений. Атоми не принуждает вас сделать стартовые покупки. Личный кабинет активируется без заказа. Это я вам подтверждаю 100%, потому что я вчера подписывалась. Я не сделала никаких вложений, мне не нужно было покупать стартовую посылку, стартовый заказ мне не нужно было делать. Я зарегистрировалась, посмотрела, поняла, что я хочу это делать, я хочу это покупать, пользоваться этим. И я сделала свой первый заказ. Но, как я уже говорила, не обязательно это делать сразу же в первый день. Вы можете поизучать цены, посмотреть на продукцию, делать какие-то свои research, поиски, чтобы понять, нужно ли вам это вообще. Отсутствие продаж. Продажами занимается только компания, а мы пользуемся продукцией. То есть мы не должны обязательно рекламировать ее для всех. Но когда вы начнете это изучать, вы захотите это делать. И компания это не запрещает. Вы можете это рекламировать на своих соцсетях, в личной беседе. Вам не нужно делать презентацию, кстати. Знаете, как в некоторых компаниях вы должны позвать человека к себе домой, рассказать ему об этой продукции, поделиться тем, что у вас есть. В Атоми этого делать не нужно. Вы можете покупать это чисто для себя, но если вы все-таки хотите, чтобы и другие узнали об этой продукции, то вы это можете делать. Компания это не запрещает, она это только приветствует. Но опять же, вы это можете делать в любой соцсети. Никого не нужно звать к себе домой и собирать какую-то группу людей для того, чтобы им об этом рассказывать. Кто может работать в этой компании? Единственное ограничение в Атоми – это возраст. Если вы меньше, чем 18 лет, то вы не можете зарегистрироваться в этой компании. Если вы уже старше, то добро пожаловать. Кстати, я очень давно работаю над тем, чтобы вот найти такую компанию, где я могу зарабатывать, потому что мне хочется больше времени проводить со своими детьми, больше времени им посвящать, возить куда-то, просто даже дома быть. И пока мне до этого времени ничего не удавалось. Я зарегистрировалась там, зарегистрировалась сям, но ничего у меня не получалось. Я очень надеюсь, что здесь у меня все получится. Благодаря вам, если вы захотите тоже зарегистрироваться в этой компании. Итак, кто же там может работать? Офисные работники. Если вы устали от начальства, и если вам не нравится, как к вам относятся на вашей работе, добро пожаловать в Атоми. Активные, желающие развиваться и идти к поставленным целям. Вы знаете, когда мне рассказывают про какую-то компанию, для меня сразу барьер. Как я буду рассказывать? Как я буду презентовать их продукцию? Нужно, чтобы язык был очень хорошо подвешен. И нужно рассказать так, чтобы человек вот прямо сейчас взял и подписался. У меня, к сожалению, это не получается. Но если вы активны, и если у вас есть желание этим заниматься, иметь дополнительный какой-то заработок, больше проводить времени с детьми, то эта компания для вас. Также, если вы безработные,
Не можете найти нормальную оплачиваемую работу. Проводите много времени на работе, как я, но получаете за это по минимуму. То добро пожаловать сюда. Я надеюсь, мы с вами сработаемся. Мамы в декрете. Ох, я помню, как тяжело мне было выходить на работу после того, как я просидела со своими детьми некоторое время дома. Как же мне не хотелось их оставлять. Особенно, если вам приходится нанимать няню, которая смотрит за вашими детьми, наблюдает, как они делают свои первые шаги, как у них растут зубки, что они любят кушать, что не любят кушать. Потому что, как правило, мамы, которые рано выходят на работу, всего этого не видят. Это видят бабушки, возможно, или няни. То для вас это прекрасная возможность, чтобы быть вместе с вашими малышами дома и при этом еще и зарабатывать. В компании могут работать студенты. Когда я была студенткой, то я получала стипендию. К сожалению, сейчас это не всем дано, а еще и вы должны платить за свою учебу. Так вот, если вы студент и вы хотите иметь дополнительный заработок, возможно, оплачивать свою учебу или иметь свой личный кошелек, то я надеюсь, что вам здесь понравится. Семьи военнослужащих. Ну, это такая тема, когда вам приходится переезжать с места на место, и вы не можете иметь постоянную работу, как, например, жена военнослужащего, да? То здесь вы можете зарабатывать, покупать продукцию, делиться этой информацией с другими и получать дополнительный доход. Путешественники. Если вы любите путешествовать, то, конечно же, вы не можете иметь постоянную работу. Так вот, здесь вы можете путешествовать, наслаждаться отдыхом и при этом еще и зарабатывать. Предприниматели. Я думаю, ни для кого не бывают лишними дополнительные заработки. Так вот, если у вас уже есть свой бизнес, возможно, вы там проводите много времени, как руководитель этого бизнеса. Но вы хотели бы больше времени проводить со своей семьей. Приходите в Атоми, имейте дополнительный доход. Возможно, вы со временем оставите свою компанию, свой бизнес, потому что здесь вы начнете зарабатывать гораздо больше. Также в этой компании могут зарегистрироваться и пенсионеры. Если у вас маленькая пенсия и вы хотели бы иметь немножечко побольше дохода, то добро пожаловать, мы вас сердечно приглашаем. И, возможно, последнее. Часто задаваемые вопросы. Что мне нужно делать для того, чтобы зарегистрироваться в компании Атоми? Все, что вам нужно, это только связаться со мной по моему электронному адресу или оставить комментарии под этим видео. И я уже вам дальше помогу зарегистрироваться. И я хочу сказать, что на регистрацию у вас отнимет буквально 20 или 30 максимум минут. Именно столько отняло у меня вчера времени. Вы мне дадите необходимую информацию, которую нужно для регистрации. Я вам пришлю код для регистрации. Я вам пришлю ваш логин. Я вам пришлю ваш пароль. И когда вы уже войдете в свой личный кабинет, вы сразу же это все можете поменять. Придется ли продавать? Нет, не придется. Вы можете покупать это только для себя. И, кстати, вы можете делать заказ раз в год, а доход вам уже будет идти. Потому что это такая интересная система, которая полностью отличается от всех остальных систем в других компаний. Это не пирамида. Я попробую сейчас объяснить это, как говорится, на пальцах. То есть я вас регистрирую, вы регистрируетесь подо мной. Окей? Затем вы можете никого не регистрировать дальше. Я буду регистрировать, если кто-то захочет. И я потом этого человека буду регистрировать под вами. Вы можете ничего не заказывать, но доход уже получаете, понимаете? Этот человек, который зарегистрировала я под вами, регистрирует другого. Уже еще какой-то процент дохода идет к вам. Теперь, если вы кого-то хотите зарегистрировать, вы его регистрируете. И уже еще больше дохода идет к вам. Этот человек регистрирует под собой. Этот человек регистрирует под собой. То есть получается как бы тело и две ноги расходятся в разные стороны. Понимаете? Очень трудно это объяснить на пальцах, но если вам это более интересно, то я вам могу подсказать видео, где вы можете это более подробно посмотреть, но с условием, что вы потом вернетесь ко мне. Хорошо? Договорились? Я думаю, что мы с вами договоримся.
Если я не буду заказывать продукцию, то откуда же тогда берутся деньги? Я вам только что попыталась объяснить. Я буду регистрировать людей под вами, эти люди будут регистрировать под собой, этот регистрирует снова под собой, и таким образом доход вот так все выше будет подниматься к вам. Если вы будете кого-то регистрировать, то уже с вашей линии, с вашей стороны будет доход идти к вам. И я уже немножечко ответила на вопрос, как часто нужно делать покупки. Если вы не хотите делать покупки ежемесячно, вас никто не будет принуждать, вам никто не будет присылать пакет продукции, который вам совершенно не нужен, вам будут присылать только то, что вы заказали, и все. Как часто вы хотите заказывать, это уже ваше право. Но главное, чтобы раз в год заказ все равно был, для того, чтобы вы сохранили свое место в компании. Вообще, я ничего рассказывать сегодня не буду, потому что я знаю, это видео получилось очень длинно, оно такое информативное, первое видео. Но я надеюсь, что вы найдете для себя что-то новое и захотите этим воспользоваться. Потому что действительно, продукция очень хорошая, отзывы очень о ней хорошие. Врачи о ней говорят, а если уже врачи говорят про эту продукцию, да, то уже стоит задуматься. Это значит, что действительно они уже убедились, и, кстати, они советуют эту продукцию своим больным, понимаете? Они не дают те химикаты, которыми все обычно пользуются, стоят на полках магазинов или в аптеках. Они именно советуют вот эту продукцию, которую они уже испытали, и они уже знают, о чем говорят. Поэтому, если у вас появится желание также зарегистрироваться в этой компании, иметь дополнительный доход, пишите мне на email, и я вам подскажу, что делать дальше. На этом я с вами буду прощаться. Надеюсь, что я вас не утомила своим рассказом. Надеюсь, что вы нашли для себя что-то новое и полезное. И надеюсь, что в следующий раз я вам скажу «добро пожаловать». А сейчас до новых встреч и до новых видео. Пока-пока!